Что такое долг перед Родиной, эти совсем юные мальчишки и девчонки знают не понаслышке. Военно-патриотический клуб «Каскад» из Щелковской школы номер 10 воспитывает в своих подопечных стремление с раннего детства защищать страну, в которой они, их мамы, папы, бабушки и дедушки родились. И это не просто слова, это позиция, благодаря которой мы можем быть уверены, мирное небо над головой нам обеспечено. К этому дню вы, ребята, идете в течение всего года, выполняя программу, образовательную программу военно-патриотического клуба «Каскад». Программа сложная, утвержденная педагогическим советом и директором школы, и вы в течение всей недели приходите на тренировки по медицинской подготовке, военно-тактической, альпинизму. Старшие ребята наши готовятся к парашютному прыжку и совершают его. И большой составляющей является сдача, подготовка к сдаче нормативов на право ношения зеленого берета. Я, Алоз Пиромат, вступаю в ряды военно-патриотического клуба «Каскад» перед лицом своих товарищей и родителей, я уже скомплинуюсь. Горячо любить и беречь свою родину, Российскую Федерацию. Жить, бороться и всегда выполнять законы Российской Федерации. Более 25 детей присоединились к членам клуба в торжественной обстановке. Им были вручены береты и, конечно, книжки курсанта. Ребята же, в свою очередь, произнесли торжественное обещание быть честными, порядочными людьми, чтить старших и помогать младшим. Сегодня я получил берет и курсантскую книжку. Я... да. Ежегодно наши ребята поступают на срочную службу в армию. За 4 года существования клуба более 30 мальчиков прошли срочную службу. Несколько сейчас служат, один из них в президентском полку. Часто можно увидеть на официальных мероприятиях с первыми лицами нашего государства. Порядка 7 человек учатся в институтах МВД и трое в институте вооруженных сил различных. Авиации в основном и космических войск. Хотелось бы отметить, что юная армия, а также, соответственно, и наш клуб «Каскад» воспитывает в молодых людях чувство патриотического долга и понимание того, что значит по-настоящему любить свою родину. Я занимаюсь в военно-патриотическом клубе «Каскад» 4 года, имею звание старшего сержанта, я вступил в юную армию, имею прыжки с парашютом, у меня за плечами 3 похода в горы, впоследствии хочу стать военным вертолетчиком. Напомним, что всего в нашем городском округе существует 3 основных клуба по военно-патриотической подготовке молодежи. Это «Каскад», «Крылья» и клуб имени Бесчастного. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».